покончим с этим здесь. Поздравляю с победой, госпожа. Надеюсь, это стоило того, чтобы рискнуть всем. Ты слышала? Я слышала только твои крики и агонию чудовища. Может быть. А может, во Вселенной больше тайн, чем я представляла. Что это значит, госпожа? Ненавижу философию. Пока что мы в безопасности, но ты глупа, если думаешь, что дальше будет легко. Готова к следующему бою с гневом, госпожа? Второму и последнему. Я должна задать ему трёпку. Кто мог подумать, что в конце света будет столько лифтов? Ах, обязательно нарушать тишину болтовнёй. Ты хочешь сказать, что Великая Ярость не получает удовольствия от моего общества? Я не стала бы называть это удовольствием. Ты ранишь меня, госпожа. Разве я не была твоим путеводным голосом? Должна признаться, ты не полностью бесполезна. Ты льстишь мне, госпожа. Не привыкай. Похоже на жестокую битву. А значит, мы, сломя голову, туда бросимся? Ты учишься! Yeah!
пусть она захлестнет тебя! Слово Бога твое! Гнев от него! Смерть от жизни! Гнев! Похоже. Я все еще прекрасна. Спасибо за помощь. Я наблюдаю, а не разговариваю. Ха. Все мы чему-то учимся в этой маленькой истории.
Что тебе нужно от скромного? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пожалуйста, не спеши. Yeah!
Уверенность тебе идет. Заслуженная. А ты горда. Видишь ли, я никогда не понимала, почему гордыня считается смертным грехом. Сила, которую ты ощущаешь сейчас, после выполнения трудного задания, разве она не делает тебя могучей? У тебя огромные перспективы, великолепные результаты. Разве ты не заслужила награды? Возможно, но не от тебя. Перед тем, как ты совершишь роковую ошибку, я хочу сделать тебе предложение. Ты повидала мир. Видела его состояние. Ты достаточно умна, чтобы понимать, что кто-то солгал тебе. Плана нет. Равновесия нет. Это все ложь. Но представь, если бы это было правдой. Представь, куда ты и я могли бы действительно направить этот мир. Навести в нем порядок. Разве ты не этого хочешь? Мы могли бы стать силой равновесия, которую заслуживает этот мир. Мы могли бы обрести величие. Когда-то эта речь могла бы на меня подействовать, но тогда я еще не понимала, насколько отвратительной бывает гордыня. Спасибо тебе за это щедрое предложение, но если этому миру суждено возродиться, это не будет нашей с тобой заслугой. Как жаль, что ты играешь эту роль! Ты не должна быть ничьей девушкой! Содеянное в твоей жалкой жизни не может сравниться с тем, чего достигла я. Говорила с повелителем пустот. Он знал. Он тоже был гордым. Расскажи мне о совете. Твои так называемые хозяева поражены гордыней. Они не служат равновесию. Как ты думаешь, кто выпустил семерых из заточения? Для чего мы нужны, если нет людей, которых можно совращать? Ну скажи же мне, что я говорю неправду. Ты не можешь отрицать, что гордость все еще живет в тебе. Не так ли? Хватит пустой лести. Расскажи мне все. Ты уже все знаешь, госпожа. Вся ирония в том, что на этот раз твой враг прав. Ты должна чувствовать гордость, но нет. Ты чувствуешь только страх. Страх, что, оказавшись так близко к величию, ты падешь. Видишь, твой совет предал тебя. Но
наблюдатель? Всегда такая красивая. Когда-то я так завидовала тебе, сестра. Зависть. Нет. Завидую этому невежеству. Какое блаженство, да? Ты знаешь, чему еще я завидую? Твоей силе. И благодаря нашим общим благодетелям, эта сила моя! Гордыня права. Обугленный совет подставил тебя. Они хотят убить всех нас! Все семь грехов и всех всадников! Нет! О, но я знаю лучше. Зависть чувствует зависть. Я приняла облик верной служанки, а ты, всадник, стала моим мечом и моим щитом. Теперь, когда другие грехи не стоят у меня на пути, я уничтожу обугленный совет раз и навсегда! И тогда земля наконец-то станет моей! Гордыня предшествует падению! Несколько прямолинейно, но в точку! Ты храпишь. Может, у тебя нос сломан? Ну, похоже, ты была занята. Занимаясь тем, о чем я понятия не имею, кроме сохранения своей задницы. Кто ты, человек, чтобы так разговаривать со мной? О, я всего лишь какой-то беженец, как и ты. Но я слабоват, чтобы защищать равновесие. Это твоя задача. Я поняла, что я слаба. Но, может быть, теперь ты понимаешь, как чувствуют себя все люди? Втянутые в войну, которую они не хотели. Брошенные на растерзание силам, которые они не понимают и с которыми не в состоянии драться. Все человечество было предано. И все же... Они все еще сражаются. А ты? Я сбилась с пути. Я завидовала. Я гневалась. Я ленилась. Все больше и больше. Я совершала все семь смертных грехов. И я дорого заплатила за это. Другими словами, ты жила. Да. Ну хорошо, ты наконец жива. А если есть жизнь,
есть и надежда. Надежда? Я была посрамлена в битве с завистью. Не сомневаюсь, что она прямо сейчас мчится, чтобы уничтожить обугленный совет. А я остаюсь прикованной к земле, так что, когда ты говоришь о надежде, человек, я не могу согласиться. Вся надежда потеряна. Нет. Убежище построено на надежде. Иди, поговори с Ультейном и поймешь. Почему они помогли мне? Ну, люди обычно так поступают. И сыграло то, что ты отправила к нам немало выживших. И напрасно. Мы вытаскивали тебя не для того, чтобы ты все бросила. Зависти принадлежит вся сила семерых. У тебя на лице написано, что тебя предали. Бросили умирать, как какую-то никчемность. А еще не все кончено. Зеркальный бассейн? Да, с некоторыми дополнениями. Но только для тебя. Он перенесет тебя туда, куда стремится твое сердце. Я желаю лишь закончить то, что начал совет. Найди в себе решимость, всадник. Это все, что у тебя осталось. И это то, что тебе необходимо, если ты хочешь остановить зависть и свергнуть своих бывших хозяев. Привет. Это как хочешь. Пока.